Пошел. Первый опрос. Давай, помогай мне. Так, надо сюда скакануть. Давай. Ага. Ну придется стирать, что делать. Эх, бля. Подожди. Давай, короче, я тебе помогу. Тебя записывает скрытая камера. Давай за эту берись. Давай, раз, два. Раз, два. Еще, блин, раз, два, три. Давай вдвоем. Раз, два. Фух, пацаны, здесь реально суровое бездорожье. Так, давай фотку надо обязательно сделать. Как не говори? А как не говори? Блин, пацаны, это настоящий экшен. Приезжать по такому. Главное, чтоб не стащило. Во. Вроде потихой. Во. Ты чё, садись? Садись. Экшен, блин. Обожаю его. Ах, бляха. Так, здесь что сделать нам? Да пропадем, надеюсь. Ох, бляха. Блин, Егор, здесь слез. Я ни хера провалился здесь. Пацаны, это тот случай, когда просто подножка нам не нужна, когда можно обойтись без подножки, просто слез с мотоцикла и все, и он стоит сам по себе. Вот. Итак, пацаны, мы, короче, уже далеко уехали, километров на 10 в тайгу, примерно от ближайшего поселка, чисто по тайге имеется в виду. Вот, здесь уже дорога, в принципе, почти ее нет, здесь все заросло, пацаны. Мы большим трудом проезжаем здесь по этому бездорожью, так сказать. В общем, сейчас еще немного туда вперед уедем, посмотрим, что там у нас, я ни разу там не был.
В общем, пацаны, все, погнали. Батарейки, кстати, на камере осталось достаточно мало. Вот, сколько успеем, запишем. В общем, ребят, все, погнали. Давай, заводи, блин. Во, давай. Вот, Егорка погнал. Вот он. Да. О, пошел. Только не завались здесь. О, пошел, пошел. Давай, давай. Пацаны, тут нереальная колея валит. Давай, давай, чуть еще туда. Пацаны, дороги почти нету. Все, заросло, колея такая. Давай, давай. На деньги наезд. На деньги сейчас. Пошел. А что, давай еще? Давай, давай. О, давай, давай, давай. Пацаны, дорога маленько получше стала. Относительно здесь хотя бы нет такой колеи убитой в хлам. О. А, Егор решил по другой дороге. Фух. Ладно. Заглуши пока, пусть остынет маленько. Фух. Фух, все в дыму, пацаны. Мы маленько на какую-то гору забираемся здесь, потому что видно достаточно неплохо. Другие горы и вообще, как бы высота такая уже порядочная. В общем, мотоцикл себя нормально чувствует. Да, Егор? Ага. Ты себя как чувствуешь? Нормально? Нормально. Вот. Ну все, сейчас пойдем еще дальше, посмотрим, что там у нас. Дальше включимся, все, пацаны. Так, ой, пацаны. Как силач. Смотрите, такая ситуация. У нас дорога, как бы там через деревья, через кусты, как бы, ну тоже не вариант ехать, там капец. Вот. И у нас дерево здесь, береза, блин. И что делать? Попробовал немного ее, вроде получается ее поднять. Сейчас буду просто ее оттаскивать и делать нам дорогу, пробивать путь. В общем, погнали. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну ты видел? Видел? В общем, пацаны, все, мы выбрались из леса, обратную сторону уже движемся к дому. Выбрались совсем с другой стороны, то есть мы сделали какой-то небольшой круг. Сейчас точно не скажу, где мы находимся, потому что мы выехали совсем в другом месте, гораздо дальше от того места, где мы заезжали. То есть до сих пор вот идет лес, вокруг вот можно посмотреть лес везде. Вот, какие-то дороги есть, я, конечно, тут ни разу не катался, не знаю. И связи, кстати, здесь нету. Вот, и сейчас мы поедем, ну, в сторону полей туда, через леса, надеюсь, там будут дороги. И будем выдвигаться к дому, ребят, потому что уже темнеет, уже вечерок у нас. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, наши покатушки по лесу, по тайге, по бездорожью, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В общем, ребят, всем пока, удачи огромной. Все.